Всем привет, мои дорогие друзья и гости канала. Я вас всех приветствую в своем новом видео. Сегодня у нас будет с вами уборка на кухне, в санузле и в гостиной. Так что, если вам интересно, оставайтесь со мной и будем убираться с вами вместе. Для начала я освобожу поверхность для мытья кухни, так как я начала уборку к вечеру, поэтому у нас тут еще осталась кое-какая еда. Я запакую ее в контейнеры и поставлю в холодильник. Нанесла уже моющее средство на плиту и на фартук. Так как генеральную уборку кухни я производила месяц назад, поэтому сегодня у нас с вами такая легкая уборка, без лишнего. Когда я провожу генеральную уборку, то, естественно, я промываю все шкафы, выкидываю ненужные какие-то дозы, какие-то уже просроченные специи, мою сверху шкафы, внутренние шкафы. Если честно, я не знаю, откуда все это барахло берется. Наверное, когда производятся закупки, это среди года не замечается. Там немножко. Но когда начинается расхламление, то думаешь: о господи, где вообще были твои мозги и зачем ты все это накупала? Чайник я также заливаю уксусом, кипячу. Это самый быстрый и проверенный способ от накипи. Духовку я также забрызгаю и оставлю на ночь, так как мне уже вечером, если честно, неохота ее натирать. А за вечером как раз там все пятна и весь жир отойдет. Здесь мы с вами переместились уже в следующий день. Уборка продолжается. И я также предлагаю вам остаться вместе со мной и продолжить уборку. Мы все обожаем нашего котика Персика, но когда время приходит к уборке, то радости мало, потому что шерсти от него, конечно, очень много, и приходится очень часто чистить диван, а пылесос-робот у нас дома практически не выключается. Закончив с уборкой в зале, я переместила санузел, и для начала я рассортировала белье, его что-то так много, летом почему-то особенно много белья, потому что мы все очень так часто меняем, потому что все-таки жарко летом, и поэтому стирка, конечно, прибавляется. Тут я уже услышала, что мои домочадцы встают, и мне пришлось немножко ускориться, потому что, если честно, я не очень люблю, когда все дома, и я занимаюсь уборкой. Потому что это постоянно какие-то крики, оры дома, нет у меня спокойствия, мне нужно спокойно убираться, чтобы меня никто никуда не торопил, чтобы я все спокойно могла делать.
Все, с уборкой я закончила. Сейчас я поеду по делам и возьму вас, и хочу вас взять с собой. Так, я уже сходила в душ, я надела мою любимую юбку. Ей, наверное, уже года 3, но радует то, что до сих пор в нее влажу. Топик простой и босоножки. Это Tamaris. Я их купила перед началом лета. Ну все, поехали. А приехали мы с вами в мебельный магазин XXL Lutz для того, чтобы выбрать нам новую кухню. А зачем нам новая кухня, я вам расскажу в следующем видео. Сейчас я вам предлагаю немножко погулять по магазину и немного посмотреть ассортимент кухон, диванов, столов в этом магазине. Я думаю, кто живет в Германии, все прекрасно знают этот магазин. В том городе, в котором мы живем, он довольно такой маленький. А немножко подальше, там у них как большой филиал и разнообразие и ассортимента в 2, а то и в 3 раза больше. То, что мне нравится, и вообще чем мне нравится этот магазин, что здесь предоставлен товар на любой кошелек, на любой вкус. И вообще, как бы, можно много чего подобрать. И продавцы все-таки вежливые. Мы тут уже не раз заказывали мебель, поэтому постоянно сюда возвращаемся. Хотелось, конечно, вам немножко побольше показать планировки кухни, но, к сожалению, с нами сидело еще 3 человека, то есть сам продавец и 2 практиканта. И как-то неудобно было это все показывать. Тут мы выбираем, кстати, кухонную плату для стола. Остановились вот на этой. Дальше мы прогуляемся с вами по мебельному отделу, по диванам. Так как нам при покупке кухни еще дали неплохой подарочный сертификат, поэтому мы решили сразу приглядеть и диван, и стол. Thank you.
Все, мы вернулись уже домой, безумно уставшие. Сейчас будем наслаждаться еще остатками дня на террасе, попивать напиток, естественно, безалкогольный, наслаждаться лучками солнца, поболтаем, и так уже день подойдет к концу. Я вам всем желаю хорошего вечера, хорошего настроения, оставайтесь здоровыми, и увидимся с вами в новом влоге. Всем пока!